Всем привет, с вами Аурум, и по традиции после выхода новой карты я поручил пацанам из своего клана, из Аурум ТВ, в данном случае это Край Соул и Левша, чтобы они замутили очень-очень-очень много гоблинов. Да, ребятки, у нас появилась банда гоблинов, поэтому пацаны сегодня вот фанились, и то, что у них получилось, мы посмотрим. Сразу хотелось бы сказать, что после выхода любой новой карты я мучу подобное, либо сам лично, либо прошу своих кланов, но очень часто мы не получаем прям очень много карт, да, то есть некоторые карты физически нельзя, в общем, использовать таким образом, чтобы было очень много карт. То есть помним историю с палачами, помним историю с любыми быстрыми юнитами, например, элитными варварами, то есть ты их хоть клонируй, хоть много строй, в принципе, бесполезно. Но с гоблинами история получилась абсолютно иная, здесь все классно, в общем-то, вышло и, превзошло все ожидания, то есть достигнутый результат просто превзошел абсолютно все ожидания. Единственное, что я попросил пацанов использовать абсолютно все карты, то есть это и домик гоблинов по возможности, это и банду гоблинов, обычных гоблинов, гоблинов-копейщиков и даже бочку. Но этот реплей вы так и не увидите, потому что, в принципе, результативность колоды, где используются абсолютно все гоблины, которые у нас есть в игре, она была намного меньше, если просто использовать гоблинов-копейщиков, обычных гоблинов и банду гоблинов. Вообще, реплеев было очень много, но я попросил один, где максимальное количество гоблинов. Ну, зачем нам смотреть на разную лабуду, правильно? Нужно посмотреть максимальный результат. Вот что-то прям супер-мега-эпическое, и это у них получилось. Тем временем, пацаны усердно строят сборщики, и как только начнется дополнительное время, левша, то есть нижний чувак, начнет кидать танков, а Край Соул уже спамить гоблинами. Вот он, режим внезапной смерти. 3 минуты остается до конца поединка, и левша выбрасывает своего первого гига. Причем, ребят, обращайте внимание вот на все вот эти нюансы, потому что настолько все быстро сейчас произойдет, что, я не знаю, я даже не понял. То есть это на самом деле одна из самых быстрых фан-атак, потому что, смотрите. В общем, 3 гига уже построились, первая банда гоблинов выброшена, гоблины-копейщики, обычные гоблины, и плюс сейчас вот опять понеслась, банда гоблинов, копейщики, айспириты, обычные гоблины. И смотрите, уже их немало, правда? Уже немало, морозят их, клонируют. Их уже дофига, еще раз клонируют, выбрасывают еще. И я не знаю, что он может сдержать такую волну гоблинов. Просто невероятно, еще один клон спел. И мне кажется, о боги, их реально дохрена. Посмотрите, какая херня, я столько еще не видел. Серьезно. Мне кажется, что по количеству юнитов на поле боя гоблины могут уступить только скелетиков. Но там за один раз очень много скелетов строится, поэтому... Но это прям что-то нечто было реально. И насколько быстро, да? То есть буквально 20 секунд и поединок закончен. Потому что, сдержать такую кучу гоблинов просто невозможно. Это нереально. Но до чего же красиво. Я не знаю. Вообще очень-очень даже найс. Короче, пацаны молодцы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачки, с вами был Аурум. Да, еще нюанс, так никто и не посчитал, сколько здесь гоблинов. Если кому-то не впадло, посчитайте и напишите в комменты. Но правда, больше я ни у кого не видел.